В Одинцовском округе продолжается реализация программы по комплексному благоустройству. Положительные изменения коснулись многих общественных пространств. В прошлом году мы привели в порядок еще 22 двора. В том числе поставили 28 детских городков. И из них 10 по программе губернатора Московской области. В этом 2022 году мы должны привести комплексное благоустройство в 49 дворах. В центре особого внимания благоустройство Звенигорода. Здесь появились новые общественные пространства при сохранении исторического центра. В этом году пройдет заключительный этап, благоустроит Малиновый овраг и часть Московской улицы. Особенно мне хотелось бы подчеркнуть, это те объекты, которые предстоит реализовать, те проекты в 2022 году. И ключевой из них – это город Звенигород, его благоустройство, как центральной части, так и спортивного кластера. Кроме того, во дворах ликвидировали более 3000 ям. Весной работы пройдут по всему муниципалитету. Появятся новые опоры освещения в Одинцове, Покровском и других населенных пунктах благодаря программе «Светлый город». В рамках ее мы меняем опоры освещения, мы меняем сами фонари, проводим их капитальный ремонт. В прошлом году установили и заменили 224 светильника. Заменили кабель на 7,5 километрах. Поставили 23 новых объекта. Это в основном освещение на детских площадках, на парковках, на внутридомовых проездах. Комфортная городская среда и современные ухоженные улицы – это те изменения, которые замечают жители. Работа по благоустройству в Одинцовском округе будет продолжена. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».